Добрый день, дорогие гости, участники концерта и зрители передачи онлайн. Сегодня, не изменяя нашим традициям, мы ведем очередной репортаж из Одесского дома-музея имени Николая Константиновича Рериха. Николай Константинович видел деятельность музея не только как охранителя культурного достояния, но и прежде всего как обитель муз всех родов и направлений человеческого творчества, устремленности к прекрасному. Ее главной задачей считал, в конце концов, преображение жизни. Сегодняшний концерт украинской музыки подготовлен учащимися и преподавателями школы искусств номер 7 города Одессы. Он приурочен ко Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства. Как говорил древнегреческий философ Платон, музыка одушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Ее можно назвать воплощением всего самого прекрасного, самого возвышенного. Слово предоставляется ведущей концерта, преподавателю школы искусств номер 7 Олесковской Марине Львовне. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нам, ученикам и преподавателям нашей мастерской школы номер 7, предоставилась возможность выступить в таком прекрасном зале Дома-музея Рериха с концертом украинской музыки. Украина гордится своими именами талантливых музыкантов и великих композиторов, которые внесли неоценимый вклад в мировую музыкальную культуру. Это такие имена, как Михаил Вербицкий, Дмитрий Бортнянский, Борис Леташинский, Николай Лысенко, Николай Леонтович, Константин Денькевич, Лев Ревуцкий, Виктор Косенко и Мирослав Скорик и многие-многие другие. Ученики нашей школы вместе со своими преподавателями с большим удовольствием и увлеченностью изучают и исполняют произведения украинских композиторов. И сегодня в нашем концерте вы услышите вокальные и инструментальные произведения разных эпох и современности. А открывает наш концерт наш преподаватель, Капличная Ольга Алексеевна. Лозбин, концертный вальс. Thank you.
Украинская народная песня «Подоляночка» в обработке Островского исполняет ученик первого класса Кравченко Алексей, класс преподавателя Сапожниковой Марии Юрьевны, концертмейстер Капличная Ольга Алексеевна. Пожалуйста. Трусов «Гей, хлопче» исполняет ученица второго класса Радина Кира, класс преподавателя «Перекатий» Марины Владимировны. Павел Захаров, «Ковбойская песня», исполняет ученик 4 класса Якимчук Николай, класс преподавателя Олесковской Марины Львовны. Thank you.
Украинская народная песня «Ганзя» исполняет ученица 2 класса Змієнка Александра, класс преподавателя Смирнова Виталия Александровича, концертмейстер «Колодочка» Николай Витальевич. Этюд на тему украинской песни исполняет ученица 5 класса Герасименко Анастасия, класс преподавателя Ковлаковой Натальи Васильевны. «Плакуща роздум» исполняет ученица 5 класса Вовшко Дарья, класс преподавателя Каминской Веры Антоновны. Thank you.
Богдана Фильц, меланхолический вальс, исполняет ученица 4 класса Змиенко Александра, класс преподавателя Ильницкой Светланы Николаевны. Анастасия Герасименко. Композиция «Фиолетовый колер». Трио для виолончели, скрипки и фортепиано. Исполняет Анна Петрова – скрипка, Александра Ненова – виолончель, Анастасия Герасименко – фортепиано. Класс преподавателя Закирничной Юлии Александровны. Хочется сказать, что Анастасия Герасименко сочинила произведение, это ее сочинение. Thank you.
Ария Наталки Полтавки из оперы Николая Лысенко «Наталка Полтавка» исполняет преподаватель Мощенко Лолита Тулкиновна, концертмейстер Копылычная Ольга Алексеевна. Константин Данкевич, баллада «Гната», исполняет Ковалев Иван Владимирович, концертмейстер Копылычная Ольга Алексеевна.
наш концерт подошел к концу. Мы еще раз благодарим за гостеприимство Дом-музей Рериха. Спасибо за внимание. До новых встреч!